Всем привет! Сегодня мы отправляемся на очередной заброш, на очередную тюрьму заброшенную в Эстонии. Так что подписывайтесь на канал «Заброшенная Европа», ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Возможно, будут какие-то розыгрыши среди тех, кто оставляет свои комментарии. Ну вот вам вход на саму тюрьму. То есть, если приезжали оттуда, то здесь уже сам вход на тюрьму. Всем привет! Как и обещал, сегодня мы находимся на территории заброшенной тюрьмы. К сожалению, с нами должен был быть человек Маска, но который здесь отбывал и показал бы более интересно, рассказал бы, но по определенным обстоятельствам его сегодня с нами нет. Ну, это совсем такое, знаешь. Нужда. Руины. Интересно, что здесь было. Слушай, вот я не помню, мы с ним заходили. Я думаю, тут менты, короче, где-то, что-то ментовское здание какое-то. Ну, мы с ним не заходили сюда, поэтому я затрудняюсь сказать. Поэтому... Вообще пусто. Все было здесь непонятно. Ну, я здесь сам не вижу, что ничего не сохранилось. Тут есть здания, где еще есть, чтобы посмотреть, а есть вот такие, понимаешь? Тут, скорее всего, рабочка была. О, смотри, еще шпроты остались. Угу. Видишь, какой-то, какой-никакой инвентарь. Тут да. Рабочий есть большой зал. Картинки. Вообще сейф волосатых времен. Остался. Мы потом попадем на рабочий. Ну-ка, посвети в него что-то. Ну, ничего нет, интересно. Мы потом попадем на рабочий в большое здание. Это чисто, знаешь, такой, как мини-слаб даже, я больше сказал бы, не рабочий. Ну, электроды вон. Ну да, да. Работа была какая-то. Скорее всего, что-нибудь из шконок, что-нибудь такое ремонтировали, ну, чисто завхоз. Ну, вот вам вход на саму тюрьму. То есть, если приезжали оттуда, то здесь уже... Там вход на тюрьму. Сейчас. Сейчас пойдем посмотрим, покажем, что здесь есть. Пойдем начнем с вот этого здания. Там такие еще, знаешь, старого образца, эти как его. Кратко. Вот конкретно в этом здании находились краткосрочные свиданки. Мы попадем, сейчас я помню, что было здесь. По-моему, как раз эти отсюда мы и попадем в них. Это было не здесь. Что это? Здесь. А, это матрас или фуфан? Здесь чисто, знаешь, такое, типа приемного отделения. Скорее всего, тех, кто приходили на свиданку, они, скорее всего, оттуда проходили. Ну, это передачки, может, были, нет? Ну, или да, либо передачки. Юх, какая-то социальная сёкла, какие-то школа. Для пропусков, фиг поймешь. Ну да, то есть. Сложно сказать, что это было. А туда не пройти, то есть, за это? Куда? Ну, туда. На улицу? Не, мы пройдем потом туда тоже. Нет, я имею в виду вообще туда выйти. А здесь что? Здесь что? А, вот проходная, видишь. Ну вот туда не попасть? Скорее всего нет, но мы потом попробуем. О, ой. Помнишь, как на пятерке было на входе, какие. Ага. И как здесь, то есть сразу видно, что это намного старее. Ну да. Вот. А что там на второй? А, там. А, просто тупик. Если я не ошибаюсь, вот сейчас как раз-таки мы попадем вот в вот этих локалок. Даже свет есть, да, все раздраконено, правда. Ну да. Ну туалет не обязательно показывает. Или он прикольный? По-моему, просто что-то сортим. Пойдем отсюда. О! Вот, смотри, какие они, то есть... По эту сторону, получается, сидели заключенные, как бы, и вот у каждого, у меня что-то такое, телефон. А
По ту сторону приходили те, кто записывались к ним на свиданку и... А на ту сторону можно зайти? Я не помню, сейчас не буду врать. То есть именно по телефону вы разговаривали. То есть прикинь, вот народу, и вот это одновременно, знаешь, вот здесь сидят зэки, там сидят их родственники или там друзья, кто пришел к ним на свиданку. Я всегда... Имею опыт. Тебе-то понятно, как бы, а другим... Я еще застал момент, когда это уже убрали все. Это убрали. Ну, короче, оно было, и потом снесли, как бы. Но это было в Виленде. Слушай, я здесь не был, я был на пятерке, там более понятное дело, знаешь, немножко все это более современнее, но как бы все то же самое. То есть тоже ты сидишь там, как бы по телефону разговариваешь. На пятерке, да, ко мне приходили на свиданку. Ну, по крайней мере, если что, мы сможем пролезть. По крайней мере, если что, мы сможем пролезть. Ну да. Так-то тюрьма очень большая. Она пересекалась с другой тюрьмой, с тройкой. Локалочка. Но тройку снесли, то есть от тройки даже развалин не осталось. Да тут тоже такой погромчик. Это что? Я не знаю, что это кабинет. Не. Как-то раздевало. Очень странно. Кстати, не удивлюсь, если мы до сюда не дошли. Так, дальше. Все. О, сейчас мы пойдем на карандаш. Так, подожди. Алик, да. Хочешь? Да, я пойду. Куда? Так, кукусанистый тот. Что-то глазок был такой жесткий. Давай пройдемся сперва по второму. Там поднимемся выше. О, холодильник, что за холодильник? Снайги. Эрл Розенлев. Тоже какого-нибудь. Кума. Я не удивлюсь, если здесь было на втором этаже. Не помню, проходил я здесь или нет. Может быть, здесь были длительные свиданки. Внизу краткосрочные. Я не могу сейчас сказать точно, но. Не курить. Нигде курить нельзя было. А что здесь? А, ничего не написано. Только номера комнат. А, сюда пришли. А? Сюда пришли. А, там еще есть этаж. А, ну по крайней мере, да, очень похоже на то, что это была длительная свиданка. Длительная свиданка. Блин, такая жесткая вообще вентиляция, пипец. Не знаю, как было здесь, но, по крайней мере, на пятерке были длительные свиданки. Либо сутки, либо трое, то есть насколько тебе позволят. Да, на пятерку мы потом закрепим видос там сверху. Длительная свиданка, это когда тебе могли прийти родственники и трое суток находиться с тобой. Там, ну, мама, они типичные, папа, брат, все одинаковые. Либо жена, да, с детьми. О, вот это уже что-то... А, прикинь, это кухня. Это кухня длительная свиданка. Это общаковая кухня на всех. Не хочешь за вантус взяться? Или о, за швабер, Володь. За что больше зашкваришься, за швабру или за вантус? Да, порешили. Ну, реснички даже. Это было вообще просто в окно не посмотреть. Ну, хотя, когда к тебе пришла жена, тебя не для того, чтобы смотреть в окне. Ну, иди приляг на диванчик. Сколько там шевельнули. Кинь, я с товарищем маской даже не зашел сюда. Не зашел сюда. Ну вот. А, нифига, камеры все пооткусаны. Смотри, вообще блатная такая. Ну да.
Это типичные все, как да. Комнатушки. Зданий много, там без заложено. Не маленькое совсем. Да уже окна нет. О, так называемая мучная гора. Это отвал же, по-моему, не? Нет, мучная гора. Блин, нифига тут помещение. Ёп. А, вот здесь, кстати, мы были. Там на второй этаж прошли. Здесь мы были. Жалко, значит, уже как бы сломано. План. Посмотри, сколько здесь было зданий. Сейчас уже меньше, сейчас уже что-то снесено, но раньше. А что тут, типа дирек сидит, кабинет? Я не знаю, но как бы блин, вот, хозяина. Будет он прикольно, как бы. Директор, блин, хозяина. Да. Что здесь было, я даже не знаю. Может, ну тут административное здание какое-то. Закидка, да. Кабинет какие-то. Ну вот тут что-то. Ты же повылезали все. Камин даже был, блин, смотреть. Здесь даже все по цивильному так смотрится. Ну да, еще. Как бы по тем временам вообще нормально. Ну, ну понятно, что это было, блин, не сделано не сразу, а со временем. Но все равно как бы все по цивильным вещи. Календарь какого года? 2011. А? 2011 год. Да. О! Сигналочка. Мой вид из окна напоминает тюрьму, в которой я сижу. О, это картина. Вот, это тут целый этот самый зоопарк. В такой японский стиль самурай. И даже по тигру видишь, знаешь. И, о, ну да, он, видишь. China Town. Ага. О, смотри, дракон. Это надо Цефу показать. А? Цефу надо показать. Вот да, да. В этом. Есть. Что-то типа мини-храма. Ай. Максим не запутался в проводах. Ну и все, походу. А, тут еще куда-то лестница, смотри. Фига тут, короче. Пойдем. Так, ну, сейчас выйдем. Ну, может, губараком, если не ошибаюсь, с этой стороны. Может, я вообще ошибаюсь. А, тут еще что-то. Блять, жуткое местечко. На самом деле. Конечно. О, чайный пенис. Такой рубальник. Руму. Че это? Ордер, квитанция ордера, что-то там. Какой год-то? 97-й. График на длительные свиданки.
О, магнум. О, помойка. Ну да, уже все. Блин. Разворовано. Ну, что-то хотел, заброшено тоже, когда. Квитанции тоже какие-то. Такие помещения, как бы, ну. Хабара уже. О. А что тут? Ну, тут слышно, тоже какие-то. Какие-то. Ну тут какие-то блатные жили. Не знаю, кто может в курсе. Либо свиданки, либо блатные жили. Не знаю, напишите в комментариях. Кто был в Рому. Что за комнаты такие? А же, они даже обитые, короче, смотри, как бы, ну тут вообще шикарно. Да, туалет свой. Ладно, туалет мне интересно. Не убиться бы здесь. Я немножко занят, перезвоню попозже. Все, пока. О, хрусталь. Это ж надо было так. Котейка. Все, чем надо отсюда как-то выбираться. До конца и это вроде. Да. Так называемая девятка, у кого, знаешь, свои были. Личная посуда, даже я помню, в Лавазе продавались пластмассы. То есть они больше положников. И кто хотел, в свое время можно было еще своя посуда. Потом я не помню, в какое время ее запретили. Даже в мое время на пятерке еще можно было. Вот, не смотри. Запомнить бы еще, где мы были, где мы не были. Сейчас мы были в этом здании. Как бы вот так вот оно все. Выглядит мрачно. Не присесть бы за посещение тюрьмы-то? Все-таки на забросе находимся. Я не могу сказать, мы в эту часть сейчас отходили или нет, но, по-моему, да. О, ну-ка. Заходи. О, колючек. Ничего. Че ты? Как не родной, не знаешь, что ли, как на решку руки ложит? Свободу попугаем. Это кабинет. Какой-то хабар есть, он уже все подчищенный. Сейчас, стой. А вот сейчас мы попадем в спортзал. Пойдем посмотрим. Такой достаточно большой. Блин. Света, конечно, не так много проникает. Ну, кстати, ничего такое. Да, слушай, он побольше. Пума. Волейболчик. Рибок. Это чисто просто ангар. О, смотри, полезно, это
Не хочешь туда залезть? Старый больной человек. Там же есть ступеньки. Я надеюсь, что это сделано на века. Чё ты? Да, во-первых, не очень чисто, во-вторых, неудобно. Засал. О, еще какая. О. Блять. Поселок Румы. Это то место, где мы сейчас находимся. Ну да. Это весь поселок или только тюрьма? Слушай, я думаю, что. Да, весь, он там железка, я так понимаю. Еще какой-то план. Буковки золотые подтыли. Какие-то странные звуки. Блять, пошли подальше. Ты слышал, как это, блядь? Кипиш. О, первое с момента, что было. Комп. Вау. Древний сразу вижу по этому самому. Ключи какие-то. О, нифига тут пол. Под ногами просто. А. Давай.